Здравствуйте, мои дорогие друзья, а также всем гостям моего канала. Отдельно всем привет, конечно, всем иркутинцам. Сегодня с вами прогуляемся по улице Ленинградской. С вами мы немножко не дошли. Сейчас у нас получается вторая часть будет продолжение. Давайте начнем, наверное, вот с коптильного цеха. У нас построили тут недалеко. Вот он. Пусть будет небольшой, но все же он есть. С левой стороны у нас учебное заведение. Честно врать не буду, друзья мои. Если кто-то из вас знает, мало ли кто может жил в Воркуте или живет. Честно врать не буду, не знаю, что за учреждение. Но, в общем, как мне говорили, что какое-то учреждение для, если я не ошибаюсь, для детей, вот, кто, вот, скажем так, отстает в развитии. Вот, по крайней мере, мне так сказали. Может быть, я ошибаюсь. Вот, у нас вот памятник отреставрировали. Тут у нас вот такой вот памятник красивый. Вот сделали ремонт, покрасили его, немножко подделали его. Вроде бы не в плохом состоянии стал. Вот бордюрчики у нас тут положили. Потихонечку все, скажем так, делается, добавляется. Тут скоро будут растительность, будут добавлять. Бордюрчики такие будут вставлять. А хотя уже тут доделали, да. Тут уже доделали бордюры. Вот. Ленинградская, 25. Спереди у нас получается спортзал «Слава спортсменам». Дворец шахтера должен быть. Вот, тоже тут всякие мероприятия всякие проводятся, спортивные. С левой стороны у нас полиция. Вот. Тоже у нас тут слева. Ну, скажем так, эта часть вроде бы уже заброшена. Там сзади новое здание этого. Там вроде бы еще функционирует все. Вот спортзал, дворец спорта «Шахтер». Вот такие вот у нас тут красоты, друзья мои. Спускаемся чуть пониже. Там сейчас у нас будет тоже магазинчик по правую сторону. Тоже, на самом деле, очень давно работает. Очень давно. Очень-очень давно. Ну, скажу, цены не такие уж тут и дорогие. Вот, и, в принципе, все есть. Очень много тут мяса всякого. Вот так вот мы с вами немножко и прогулялись. На улице дождь начинается, так что много снимать для вас не буду, друзья мои.